Всем привет! Давно не было на канале видео, и в честь этого запускаю новый проект BMW X5 Rally с канала Академик. Начнем с того, что разберем. Так вот. Сейчас снимем фары и начнем срезать крышу. Снял фары, срезал крышу, багажник вот этот верхний. Теперь будем делать крышу из медной проволоки, такой вот толстый. Вот сделал крышу, так вот получилось. Было сложно, но постарался делал. Теперь буду делать дверь. Вот получилась такая дверь. Сейчас я быстренько закрашу ее полностью, машину, черный матовый цвет. Загрунтовал BMW X5 Rally. Вот. Будет потом крашен, ну, получается, светло-матовый цвет, черный. Так, подобрал колеса от Линкольна. Такие вот колеса. Вот так будет. Сейчас передние еще поставлю. Вот расточу сейчас арки. Поставлю их на свое место и покажу внешний вид. Вот. Теперь наш BMW стоит на новых своих катках. Напомню, от Линкольна. Вот. Так вот как-то. Пока еще не зафиксировал. Как залом буду делать, буду фиксировать. Вот такой салон у меня получился. Промежуточный результат. Теперь осталось шпакля и покрасить акрилом. Вот так будет смотреться внутри автомобиля. Такие колесики. Продолжаем. Прошло некоторое время. Я сделал салон. Так вот у нас получился салон. Здесь видно. Акрил для него купил. И при случайных обстоятельствах у меня упала машинка и сломалась крыша. И пришлось сделать заново. Использовал для, как бы, для крыши вот такой вот стержень. От ручки. Вот так вот. Вот так вот у нас получилось. Теперь надо будет покрасить машинку, модель, в черный цвет и приклеить эту часть верхнюю уже. Но не сейчас. В конце вы увидите полученный результат. Вот что в итоге у нас получилось. Вот. Рама приклеена. Все покрашено. Колеса стоят на своих местах. Так, все собрал уже. По дну ничего не изменилось. Все так же. Вот, салон. Так вот, салон у нас получился. Все покрашено. Вот, наш проект закончен. BMW X5 Rally. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.